Мы переходим к телефонному звонку 54-55-55. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Доможиров Евгений Валерьевич. Слушаем вас, Евгений Валерьевич. Да, вот хотелось бы задать вопрос, что делать в случае, когда бездействуют судебные приставы? Вот у меня просто ближайший пример сейчас, что старший судебный пристав Кирилловского района Семенов Александр Сергеевич не исполняет определение суда, подлежащее немедленному исполнению, и данное решение суда, определение вынесено в защиту интересов Российской Федерации неопределенного круга лиц. Это касается запрета незаконного строительства в селе Горец и Причала. Вот что делать в этом случае, когда и приставы бездействуют, уже, кстати, в течение 20 дней, 19 марта вынесено судом данное определение. Причем конкретно указано, что обжалование определения не приостанавливает его исполнение. Спасибо, Евгений Валерьевич. И еще секундочку, да, хотелось бы сказать. Евгений Валерьевич, вот прямо сейчас прокомментировать не могу, то, что такое производство находится на исполнении, известно. По поводу бездействия я бы советовала вам обратиться либо на наш телефон доверия 57-16-16, либо вот по возвращению, скажем так, да, к себе в офис, я уточню эту информацию, и если вы оставите свой контактный телефон, вам позвонят. К сожалению, уже Евгений Валерьевич отключил.